Из Сирии тем временем приходят срочные сообщения об обострении ситуации. Несколько часов назад турецкая армия открыла огонь из артиллерийских орудий по позициям, которые занимают курдские ополченцы. Удар был нанесен по военному аэродрому к северу от Алеппо. Два дня назад этот стратегически важный объект был освобожден от террористов из запрещенной в нашей стране группировки Джабхат ан-Нусра. Кроме того, курдские силы самообороны перерезали дорогу, по которой шло снабжение боевиков из Турции. И вот теперь по ним самим наносят удары. Информацию об обстреле подтверждают как сами ополченцы, так и источник агентства Рейтер в турецком правительстве.